Друзья мои, хочу еще снять, показать вам. Быстренько пробегу. Не буду вам долгие ролики делать, чтобы не раздражать. Вот. Блюкроп. Его уже все знают. Это сорт, родоначальник многих сортов современных. Вот он у нас. Это так, четвертый сезон. Да, четвертый сезон. Вот сейчас я вам покажу его ягодку. Смотрите, крупная. Крупная ягодка. Молодые кустики, друзья, только не загущать. Будете загущать, будет горох. Вот начинает созревать. Сегодня у нас 2 июля. 2 июля. Урожайность. Сейчас чуть-чуть камеру отнесу подальше. Вы видите урожайность. Более чем. Все усыпано. И сейчас начнет наливать. Вот такая красивая ягодка. Так, ну что, вкус, да? Вкус. Надо же найти спелую ягодку, чтобы вам... Вкус. Так, ну, наверное, где-то вот тут снизу. Ой. Так, нет. Была зеленая. Да. Ну, знаете, чем-то мне на дюк даже похож. Честно, не разобрала бы даже. Не отличила по вкусу. Вообще нет кислоты. Мармеладки. Вот кушаешь мармелад. Фруктовый мармелад. А? Класс. Сахар только на зубах не скрипит. Это вкусно. Кончились слова. Друзья, это очень вкусно. Я не знаю, у меня старые блюкропы, может, я уже от них отвыкла. Но вот молоденькие вкуснее в 100 раз. Смотрите. У нас там капелька забилась. И вода туда не поливалась. И мы профукали. Ну, не увидели. Вот так вот не бывает. Не увидели. Сейчас его отливаем. Он не умер. Он заново отойдет. У меня такое уже было. Не раз. Нет, раз. Это второй раз. Один раз у нас было на старом еще участке. В конце, в самом конце ряду. Туда не доходила тоже вода. И он засох. Но мы потом увидели. Пробили, начали поливать. И там сейчас такое кустище. Где-то здесь вот. Среди них где-то тут сейчас вот он стоит. Этот куст, его уже не отличишь. И этот отойдет. Так, отвлеклась от блюкропа. Еще раз покажу его урожайность. И не буду вас задерживать. Ягода мармеладная. Очень-очень вкусная. Очень вкусная. Ой, как он красиво наливается. Лиловый. Прелесть. Смотрите. Все, друзья. Блюкропчика показала. Вкусный, урожайный, неприхотливый. Ему вообще на кислотность... ровно. Он, мне кажется, может и в 6-ке расти великолепно. Очень непритязательный сорт. Очень. И вкусный. Вкусный. Прелесть. Все, друзья мои, крепкого вам здоровья. До новых встреч. Пока-пока.